Живе Беларусь! Слава белорусскому народу, который борется против диктатора Лукашенко. И вот появилась информация, что украинская сторона будет усиливать границу между Украиной и Беларусью. Усиление будет 8500 человек усилят границу. Из них 2000 это пограничники, которые будут переброшены туда, и 2500 это национальная гвардия, и еще 2000 это будет полиция. Это усиление будет, как на мнение министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского, будет достаточно пока для охраны территории Украины. Я лично считаю, что 8500 для охраны границы между Украиной и Белоруссией — это очень мало. Если вдруг реально нелегалы начнут прорываться через украинскую территорию. Но пока что, конечно, это достаточно. Я считаю, что в ближайшее время, может быть, месяца полтора, белорусская сторона начнет переброску этих нелегалов и в Украину. Это такое мое субъективное мнение. А вы как считаете? Напишите в комментариях.